Меры дезинфекции сейчас особо усилены на рабочих местах. Роспотребнадзор призывает работодателей обеспечить запас необходимых средств для антибактериальной обработки помещений и личной гигиены. Работодателям надо быть обеспокоенным о наличии дезинфицирующих средств, потому что сейчас идет увеличение их использования, да, с учетом усиления санэпидобработки помещений. Вот. Надо думать о средствах индивидуальной защиты своим работникам. Важный вопрос – это, естественно, пропаганда мероприятий, которые человек должен проводить, чтобы самому не заразиться. Это соблюдение не только общественной гигиены, и личной гигиены.